Добрый вечер, дорогие мои девочки и мальчики! Я надеюсь, что вы уже готовы слушать сказку на ночь. Тогда я начинаю. И сегодня начну читать вам рассказ детского писателя Николая Носова «Карасик». Мама недавно подарила Виталику аквариум с рыбкой. Очень хорошая была рыбка. Красивая, серебристый карасик, вот как она называлась. Виталик был рад, что у него есть карасик. Первое время он очень интересовался рыбкой, кормил ее, менял воду в аквариуме, а потом привык к ней и иногда даже забывал ее вовремя покормить. А еще у Виталика был котенок Мурзик. Он был серый, пушистый, а глаза у него были большие, зеленые. Мурзик очень любил смотреть на рыбку. По целым часам он сидел возле аквариума и не сводил глаз с карасика. «Ты смотри за Мурзиком!» – говорила Виталику мама. «Как бы он не съел твоего карася!» «Не съест!» отвечал Виталик. «Я буду смотреть!» Однажды, когда мамы не было дома, к Виталику пришел его друг Сережа. Он увидел в аквариуме рыбку и сказал: «Давай меняться. Ты дай мне карасика, а я, если хочешь, дам тебе свой свисток». «Зачем мне свисток?» сказал Виталик. «По-моему, рыбка лучше свистка». «Чем же она лучше? Свисток свистеть может, а рыбка что? Разве рыбка может свистеть?» «А зачем же рыбке свистеть?» – ответил Виталик. «Рыбка свистеть не может, зато она плавает. А свисток разве может плавать?» «Сказал!» – засмеялся Сережа. «Где это видано, чтобы свистки плавали? Зато рыбку может кот съесть, вот и не будет у тебя ни свистка, ни рыбки, а свисток кот не съест, он железный». «Мне мама не позволяет меняться, она говорит, что сама купит, если мне что-нибудь надо», – сказал Виталик. «Где же она купит такой свисток?» – ответил Сережа. «Такие свистки не продаются. Это настоящий милиционерский свисток. Я как выйду во двор, да как засвищу, сразу все подумают, что милиционер пришел». Сережа вынул из кармана свисток и засвистел. «А ну, дай я!» – попросил Виталик. Он взял свисток и подул в него. Свисток звонко-переливчато засвистел. Виталику очень понравилось, как он свистит. Ему захотелось иметь свисток, но он не мог сразу решиться и сказал: «А где у тебя будет жить рыбка? У тебя ведь аквариума нет?» «А я посажу ее в банку из-под варенья. У нас большая банка есть». «Ну ладно», — согласился Виталик. Ребята принялись ловить рыбку в аквариуме. Но карась плавал быстро и не давался в руки. Они набрызгали вокруг водой, а Сережа измочил рукава до самых локтей. Наконец, ему удалось схватить карасика. «Есть!» – закричал он. «Давай сюда какую-нибудь кружку с водой, я посажу туда рыбку!» Виталик поскорее налил в кружку воды. Сережа посадил карася в кружку. Ребята пошли к Сереже сажать рыбку в банку. Банка оказалась не очень большая, и карасику в ней было не так просторно, как в аквариуме. Ребята долго смотрели, как карасик плавает в банке. Сережа радовался, а Виталику было жалко, что теперь у него не будет рыбки.
А главное, он боялся признаться маме, что променял карасика на свисток. «Ну, ничего, может быть, мама и не заметит сразу, что рыбка пропала», – подумал Виталик и пошел домой. Когда он вернулся, мама была уже дома. Ну, а что же произойдет дальше, вы узнаете завтра, дорогие мои девочки и мальчики. А сейчас пора посмотреть мультик и готовиться ко сну. До свидания, спокойной ночи!